Стой ты. Олег. Ну, сковородочный. А? На воблер, на кислоту. Ну, ну ху. $650, вполне себе сковородочная щучка. Привет, ребят, привет, дорогие. Выбрались мы с дружище, с товарищем, с Олежкой в Южную тайгу. Рыбалка, охота. Сейчас собрались. Время уже к обеду, в принципе. Мы, да, мы, как и в прошлом году, на реке Тереха. И посмотрите, что с ней вообще стало. Вот это вот все была вода. Здесь, здесь. Это вот она прям доходила до этой травы. Обмелела очень сильно речка. Глубина тут, я не знаю, ну, может, на середине метра полтора-два, не больше. Все заилено. Вот такие вот. Растительность такая вот пошла. Олежка, вот там его даже в тумане не видно, он рыбачит. И, в принципе, уже с уловом, потому что один карандаш уже есть. Это сковородочная щучка, вполне себе ничего, нормально. Стремится она к воде все-таки. Вот, мы ее немножко сюда. И на кислоту ловлю воблер. Это воблер Ridge Zip Baits. И это плавающий воблер 90. Вот на такую кислоту, в принципе, вообще и летом, когда клёва нет особого, и сейчас, когда, ну, такая погода, давление, капельки росы, вчера прошел ливень, так вот эти воблера, в принципе, всегда работают, если действовать рывком. Ну, или это зарубежное слово, не люблю я их, твичинг, да. Вот, причем у меня спиннинг лайт, он обычный дешевый спиннинг, и как бы ничего в нем такого нет, 3.14 тест, и как раз таки этот воблер сюда подходит. Единственное, я, катушка-то у меня хорошая, лет 10 ей, если не больше, 2000-й дайва, и шнур взял с онлайн, это 8-жилка. Ну вот в прошлом году была 4-жилка, рвалась. Сейчас взял 8-жилку попробовать. Намного мягче, не шумит, плавные забросы хорошие. То есть мне очень пока нравится. Результат как бы есть, да, ребята. Одна щучка уже есть, замерил 650. Ну, ничего, это как раз-таки на уху, на сковородку самое то. В общем, ребят, сегодня рыбалка. Уже поднял, пока сюда на лодке шли с Олегом. Ну, вот здесь, прямо вот на этой заводинке, стайка уток сидела. Прям уже думаем, на вечерку прям сюда чучела бросать. После обеда пообедаем. Вот сюда выбросили, в те кусточки сели. И мани себе на здоровье, охоться сюда. Может и сядет, потому что такой водосброс на море, море там, туда дальше, вот за Тереху, это вот этот рукав как раз Терехи, и Макс в прошлом году, вот где Олег сейчас на лодке лодку поставил, вот он там и стоял. Макс, привет, кстати. Вот, поэтому, в принципе, рыбалка тут будет вот такая, ну, традиционно тут щука есть, она и в прошлом году была. И охота здесь же. То есть сегодня у нас вот прям и рыбалка, и охота все в одном месте. Ну, ребят, сейчас буду еще кидать. Время еще есть. Стоит туман прямо с утра. Вот сейчас уже сошел. Ну, где-то вот прям видно, что повыше стало. А так вообще ничего не видно было. Если вы в лодке, да, и вам садок забыли или что-то. Сейчас я не буду этого делать. Ну, во-первых, как бы жалко, да. Во-вторых, все-таки, ну, пусть она на берегу тут и будет. Вот в эту часть, вот в эту вот часть головы, вот здесь вот, ножом прям бьете, один раз достаточно будет, ну, пару раз. Здесь нерв центральный у рыбы проходит, вот в этом месте.
он перерубается, и рыба перестает мучиться, как бы и вам не мешает. То есть нигде не болтается, не выпрыгивает никуда. Вот она уже сейчас, если так посмотреть, она уже практически к воде стремится. Сейчас мы ее обратно вот так вот сюда положим. В общем, в принципе, вот такая наука. Ну что ж, продолжаем рыбачить. Не пуха нам, ну, как говорится, не хвоста, не чешуи. Вот. Посмотрим, что дальше эта рыбалка нам принесет. То есть, вот такие сейчас вот снасти работают. Погнали. Очень мало, конечно, сейчас вероятности, что будет такой прям пулеметный клев, потому что, ну, во-первых, время, во-вторых, тепло довольно-таки, такого жора прям нет. Ну, будем пробовать. Давайте вот примерно с того сектора я ее выдернул. Будем пробовать сейчас как-то пробовать ее сейчас оттуда. Ну, да, странно. Ну, давайте здесь еще сюда. Вон какой выход хороший. Ну, ты смотри. Не хочет она брать, не хочет. Нацеплял. Еще и к штанам. Да, крючки у этих воблеров, надо вам сказать, прямо очень цепкие. Раз зацепит, и все. Тишина! Поклевка была? Окуняшки? Ну, может, надо было взять-то на уху? А, маленькие, да? Ну, что-то как-то это, вот одна лежит и все. Ну. Да ты что, да? Ну, бывает. Слушай, попробую я, может, другой пас. Не знаю, хрен его знает. Видишь, время, Олег, время. Ну, сейчас вообще она не, никакой активности. Выходы какие-то есть, но активности рыбы нет. Это вот она часов с трех, я думаю. Кидаем с Олегом, ну, тишина вообще, просто даже поклевки нет, и выходов уже даже нет, так хоть какие-то выходы были, не берет. Щука, видимо, еще довольно тепло, и жора такого нет, ну, надо подождать, что будет на следующей неделе, еще давление низковато, но облака появились на небе, такая вот эта вот все пелена прошла. И уже готовимся к вечерке. Чучела высадили, а Олежек там он добрасывает свои чучела. И, в принципе, здесь же и будем охотиться на вечерке. Я сейчас покажу примерно сектор. Мы когда сюда приплыли, вот они здесь и сидели. И тут очень удобно. Вот эти вот кусты, вот ракитник. Как раз сюда можно засесть. Лодку я затащил. Тут прям проход такой хороший.
накрыл сеточкой, все. А сесть мы можем, вот, в принципе, даже и вот сюда, вот, вот в эту траву. И закрыто довольно-таки, и нормально. А может быть, и вот сюда, в этот ракитник. Тут, правда, отсюда не будет возможности стрелять. Ну, ничего, разберемся. Ну, все, вот так вот наша рассадка будет выглядеть. В принципе, мы заняли чучелами вообще всю эту заводинку. Сейчас Олег лодку спрячет. И будем еще пробовать, ребят, бросать. Ну, время-то уже... Время 4, даже, наверное, уже 4:30. Пора бы, может быть, уже даже и на охоту переключаться, манить. Хотя движения птицы нет. Я походил, побросал по берегу здесь, туда ходил. Ну, тишина, к сожалению, пока. Видимо, рановато еще для... По времени, может, рановато. Да и по... Хотя осень такая уже, октябрь же должна. Ну, ладно, посмотрим, попробуем. Может, сейчас еще начнет гулять. Не просто же так эта щучка тут оказалась. Ну и будем пробовать охотиться, манить. Утиный переполох. Опа, есть! Есть, есть, есть! Небольшая щучка сидит. Надо же, а! Вот как, ну как? А, сошла, похоже, нет. Похоже, сошла вообще. Хотя, не знаю, либо она очень маленькая, либо она сошла. Не, о, карандаш какой, смотри. Вообще прям... Карандашик такой, ну, иди, иди сюда, малыш, иди, иди сюда, маленький. Ну, такие карандаши, конечно, нам не нужны. Давай мы тебя сейчас отцепим, да, отпустим. Ну, это грамм 200 и не больше. Нет, ну, ребят, куда здесь, конечно. Ну, давай. Ушла, пошла, вон она. Пошла, пошла. Не попадайся больше, смотри. Да, ты потихоньку перетаскивай. Я сейчас тоже, я еще разок брошу и к месту дислокации будем перетаскиваться. Ну, еще, я думаю, минут 30 и все. Будет темнеть. Ну, 40, ладно. Ну, по идее, сейчас-то как раз и рыба должна начать гулять. Не, ну пока рыбачим, так рыбачим, ладно. Эпизодический выход щуки, да, получается? Ну, я даже не знаю. Опа, есть, есть, ребята. И отпустила. Ну, нет, сидит, сидит.
Сидит какая-то щучка и небольшая вроде бы. Ну вот, пошло, пошло дело. И какая-то она совсем вялая, прям нехотя идет. Нет, это, наверное, очень маленькая щучка. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну как маленькая? Да нет, в принципе, сковородочная такая же. Примерно такая же, ребят, как и первая сковородочная щука. Да нет, нет, нормально. Мы таких здесь берем, потому что все-таки... Олег! Сковородка! Потому что все-таки такая же она примерно, как та, грамм, может, ну, 500 где-то. Таких берем. Ребят, хоть какие-то эмоции дарит водоем. Ну вот, абсолютно идентичная щука этой. Вот она, красавица. Прямо они здесь такие вот сковородочные щучки. И получается карандаши. Ну, тоже примерно где-то 600-650, судя по той, как замерили. Ну и время уже 5, наверное, где-то уже даже 5:30. Начинает так потихоньку усмеркаться. Скоро надо будет садиться на чучела. Сейчас я еще побросаю. Вроде бы что-то пошло. Что-то пошло под самый вечер. Ну так оно и должно быть. И тут уже выбирать. Либо тебе садиться туда, сидеть манить, либо рыбачить. Вот с того края, вот тот мысочек, где в прошлом году Макс стоял. Оттуда она и цепанула. Все-таки я ее выцепил. Ну все, ребят. Крайний заброс и... Переключаемся на охоту. Олег уже пошел. Сейчас пока соберемся. Да, давайте сюда же на мысочке я сейчас брошу. Примерно. Ну, хороший заброс прям к тому берегу. Опа. Так, ну это похоже зацеп за кусты. Да, это я стащу за собой вон что. Да, прям к берегу совсем бросать неправильно. Да, вот так вот поймал. А, слушайте, нет, стоп. Ну это, ребята, ну посмотрите, какой окушок. Олег, окушок маленький. Да, на воблер, на большой. Ну, ребят, ну, еще и с этой, с водорослей в прикуску. Ну, вот примерно, я так понимаю, что у тебя такие же были, да? Ай, ё-моё. А, так он еще и за глаз, зараза. Ты посмотри. Да, он его за глаз... Ну смотри, ну вот такие вот. Да, чуть крупнее, может. Ну это за глаз, это все, это не жилец. Фактически. Ну почему? Одноглазый. Одноглазый будет? Будет. Отпускаем. Да, я ловил одноглазых. Ну пошли. Забагрил за глаз. Ну, а так это может окунь и балуется тут. Ну, ребят, вот крайний, пожалуйста. Давай. Одноглазый. Олег говорит, ничего страшного. Ну, давай в другую сторону. О! Такие вот мелкие окушки. Это в принципе, когда много на уху такие идут. Ну, ну что, на охоту переключаемся. Погнали. Так, ты там наметил. Я этот самый, я в ракитник. Что, ты не присматривался? Так, сейчас я тогда быстренько оперативно сложусь. Ну, крючки, конечно, у японского воблера это прямо что-то. Цепляет за все, что только можно. Угу. Вон уже видишь зубки. Уже зубки. Угу. Вот это вот первый раз я этим воблером. Угу. Значит, положись. Значит, будем продолжать. Так.
Ну, такой скрадок импровизированный. На ходу прям. Сделанный. Так, вот эта ветка мне не нужна. Ух ты! На круг пошла. Села. Есть, ребята. Одиночка. Спасибо. Прям неожиданно. Себе его снесло. Ага, вот он лежит. Или, точнее, она. Это хорошо, что тут задержалась. Интересно, а там-то чего? А, там и дальше она туда идет, речка. Да, это вот оттуда, ребята. Это, я не знаю, тут метров 300. Вот здесь она задержалась. О, это наша. Не, это наша кряква. Это прям классика, ребят, жанра, конечно, в этой вот растительности. Ну, жирная утка, смотрите, какая красота. Жирная утка. Ну, красавица. Вот это я понимаю. И меня дальше сносит. И меня прям дальше сносит. Куда-то я тут вот на берег. И дальше этот рукавчик туда загибает. Вот это интересно. Вот это вот остров сзади. Ну, ребят, с полем. Красота-то какая. Сейчас мы его уберем. Пойдем Олегу поплывем помогать. Чучела собирать. И вот такая вот зеленая, да, здесь прямо. Вот это вот такое месиво. Плывем обратно. Ага, дзынькую. Ну все, собрались мы. Ну так вот. Вот если бы у меня, Олег, если бы у меня не было на лбу камеры, у меня был бы такой же фонарик. А так у меня вот ручной этот. Феникс. Ну вон, все, шмурдяк вроде цел. И это главное. Ружье мокрое, но это мы протрем. Ну ты видел, как классически я ее развернул манком, этим призывом. Развернул и посадил. Ну это ж вот, работает же все. И чучела эти старые работают. Ты свети. Куда? А я не знаю. А вот так нас видно? Я не знаю. О! Да, видно? Ну что, ребят, результат сегодняшней охоты. Щуку я уже убрал, двух щучек и вот такая вот красавица кряква. Уже в зимней шубе практически.
Ну что, Олег, нормально? Для да, это первый раз, первый выход, разведка. Ну, то есть, в принципе, голодными не останемся. Шлюм есть, уха есть. Хорошо провели. Хорошо день. Провели время, и главное, что без дождя. Да. Хотя предпосылки, и ветерок уже под конец поднялся. Вон, его сдуло метров там на 250. Сейчас будем продираться обратно. Ну, ближайшие и два дня, завтра. Как бы, погода будет погода меняться. Погода будет не очень. Да. Но на рябчика мы еще сходим и сюда вернемся. Думаю, не прощаемся, ребят. С полем, и, да, и увидимся. Пока. Всем пока. Спасибо. Пьем чай.